по красоте с той девочкой, которую мы скоро все увидим, ну как, уже видели, но мало ли, сейчас какой-то сюрприз, сейчас же ее не видно, значит, к чему-то готовится. Да, мы приветствуем всех родственников, всех друзей, всех тех, кто следил в течение последнего года и двух дней за ростом этой красавицы, этой прекрасной принцессы, вокруг которой сегодня соединилось только хороших и добрых людей. Поднимите руку, кто следил за тем, как в течение года, ну, кто периодически наблюдал. Кто хотя бы раз в месяц видел именинницу. Поднимите руку.